понимаю, это какая-то бугагашка или что? Воу-воу-воу! Что? Да у тебя тихо, ну ладно. А где мы заспаунились? Я не здесь был. Ой, я надо стоп. Выйти в дверь. Вот, да, вот это мы закончили. Стоять, дайте я замучусь. Да, отсюда мы пришли. Сейчас, дай симут. Да, это я походу вспомнил. Алло? Прием, прием, как связь? Я тебя слышу. Фобстер, слышно? Меня слышно? Алло? Меня слышно? Алёх, тебя не слышно. Алло? Разговаривать на В. Пипец, жопка. Да, Диан, тебя слышно, тебя слышно. Да, Диан, алло, слышно? О, тебя слышно. Все, бинго, всех слышно, let's get it. Я по-моему... Нет, а тут пришли. Есть рация? You think so? Или нет? Не, по идее мы... Да шуля, пошли блядь, в доту, посаппортишь на СМ-очке. Кто куда пошел, мы здесь... Мы тут были, мы это прошли. Мы это прошли, мы тут были, это я помню. Да, открыто, Паша, тебе обратно. Меня тут нет. Куда вы, туда? Все, все, да. Видите, дверь открыта, значит, мы тут были, да. Все, пошли тебе обратно. Я вспомнил эту хуйню. Не, я говорю, туда надо, туда, я помню. Я помню, я вот здесь, я ж проходил. Я проходил, вот сюда надо. Я сам это проходил, все, я помню. Бля, тут стамина. Вы все долго сдохли. Не сюда, блядь. Как мы сюда попали, нахуй, где мы? Это левел? Это левел с ебаными собаками, это конченый левел. Как выйти нахуй? Сюда. Почему да. Вся стена во флаге Польши? Можно вопрос? Потому что я регал сервер. Блять, где выход нахуй? Ну, будто явно не сюда. Блять, ты лагаешь. Блядь, мы тут дрочили. Да, да, тут псы были, но это пройденный лавак. Что сделаю? Так, братва, а? Куда нам идти? Говорят назад. Я послушаю чат лучше, слышишь? Гоу, гоу, гоу. Не, они говорят, смотри на мой зад. Тут ебать стамина, вырубите стамину. Сюда? Сейчас вырубим. Бля, может пересоздадим? Давай, давай, давай. А, нет, стой, сюда. Да, спасибо огромное, Киндер, за 444, спасибо огромное. Не стоп меня, мать. Говорят, не сюда. Налево надо было, да? Не сюда, сука! Туда, дальше! Там есть еще дверь, да. Блять, я нажала Е! Нажмите Е! Нажми Q. А что ты не поворачиваешься в игре? What the hell? А ты че? А, да, во, да, сюда нам сюда! Нам сюда! Боже, бинго, нахуй! Да есть же. Зайчик, ты во что играешь? Так. Пошли лучше анимешки смотреть, пишет Михаил. Да, Михаил, Даша, выйди из сети, удали их с друзей, нахуй, потом вернешь. Я тебя умоляю. Сюда, а наш играть не продолжится, она будет читать, блядь, кто ей пишет, сюда, потом шушукаться, да. Попросит их инстаграмы. Да, да, да. Да, мы тут не были, это уже next level. Точно мы не были. Да. Что, закрыто? А чё там такое, слышишь? Я будто бы этот левел помню, будто бы. Было что-то подобное. Мы я там... уже взял сачок. Мы-то мимо камер проходили, но это не оно. Мы не могли играть конкретно это, мы скорее всего сюда вернулись просто. Что за хуйня? Бля, я не верю. Бля, да как будто бы... Вы его проходили, но мы не отсюда приходили. Мы были на этом левеле, но мы по-другому приходили в него. Мы явно приходили, мы после левела с собаками не было ни хуя, это железно. Я даже, блядь, я готов загуглить наше прохождение, сука, я перепутал игры. Когда я зашел в сол, я только что был в хабе, я был не здесь. Отсюда как-то можно выйти. Да. А, во, боже. Да есть же нахуй! Почему нас трое? Почему? А где Денчик? А где Бенчик? Денчик пропал. Дэн! Во, вот он. Дэн! А! В порядке? Во. Пойдем. Да, грузит долго. Как ты появился тут? А куда нам идти, портал. Сука?
Там да, кто-то писал, знать, нужно... Надо следующий левел. Что я выбрал? Не-не-не! Нет. Мы не, здесь были! Не заходи, блядь, это не тот левел. Сука, да? Нет! Блядь, чувак, знаешь, выйти, блядь. Бро, мы как в корпорации монстров. В двери входим. У меня вылетела игра. Ну что за хуйня? Что за ужас, блядь? Что это, с***? Даша, прекрати читать и нажми, блядь, ready. Я тебя умоляю, на***. Или не спасибо. В сети. А, ну ладно, там. Ну мне написывают чуваки, зовут меня на пиво и просят посаппортить на цемочке, блядь. Ты что будешь по итогу делать? Все равно сосать хуй. Там, ну, выбрал. Блядь, после игры начали. Блядь, да ну нахуй, блядь. Я помню, как меня тут... Ей в рот, друзья! Придется заново ну, проходить, бро. Дианчик, нам вот надо вот в этот домик на горе забраться. Ты здесь? Диана? Диана? Бля, музыка будто бы Лёха ставит. Окей. Мы сейчас проходим. Надо вернуться в хаб и поставить ебаный нормальный левел, блять. Это пи***лёт. Ну, по***лёт. А где Диана? Она пошла. Бро, она я... пошла, блядь. Ну я хуй ставлю, она не доживет. Она не доживет до хаба, блядь. Где она вот чудовище? Что она не знает, что нужно ходить за тремя жопами? Где машина, нахуй? Так она нас не слышит. Диана! Где машина? Диана! Все. Где? Где? Вон идет она на горе. Тварь ебаная. Посмотри, в дом другой идет. Пойдем. Пойдем. Похуй, блядь. На спидране двигаемся, поебахунг. Не дай бог, сейчас потемнеет, а мы неудобно будем стоять, а свой рот мгновенно. Вспоминаем былое. Помню наше детство. По 16 устали целоваться. Ты взяла мою футболку. В этом нету толку. Да я дурак ошибался. Зачем я так влюблялся от детства? Да, она реально не дойдет. Она в каждый дом заходит, думает, там что-то найдет пасхалку. Иду. Этот дождь не наступает, еще слышишь? Чуть-чуть, ребят. Из-за того, что левел пройден. Да, видимо, из... Да. Можно просто погулять и фоточки поделать. Миленький уровень, очень миленький. Давайте фоткаю вас, ребят. Бля, Диана Рика пишет что-то в чат. Блять, потерян, ну ничего. Как ты это достал, все за хуй? На S. Си. Леха. Ячик. Кандон. Поняли, как в том меме, типа, ячик. Блять, если бы просто тут кулачиной было въебать, я бы тебе, сука, диффузор твой сейчас отъебал, оторвал, нахуй, бы задохнулся здесь, блядь, ебаная, блядь. Оп. А где машина, сука? Все, я по канату полез. Блядь, нет! Давай, го пересоздадим, сука, го пересоздадим. Наконец-то я вас увидела. Надо вернуться в хаб, ну что за хуйня проходить это сейчас заново. Почему я вас в цирк перевела? Так, давай пересоздадим. Что же Диана громкая? Да, гоу. Давай. Давай, пересоздаем. А тебе не кажется, что я пересоздам и нас все равно кинет сюда? Я мы туда, сюда кинет. Да, надо проходить. Но мы все равно, давай, да пройдем тут чуть-чуть, до лобби осталось. Нам надо просто... Здорово, клоун! Нам надо просто пройти и бэкнуться в лобак. Но мы... Короче, Диана, ты здесь? Тебе объяснять, что происходит, или тебе пихуй? А? Вот, так я уехала на машине и попала в цирк. Вот кто на машине уехал, сука, на моей. Диана, соло забирает. И не будет да, бугагашки. Бугагашки не будет. Не ссыте, не будет бугагашки. А? Не ссыте, бугагашки а не будет. Блядь, мы проходили этот левел. Мы эти все левела проходили. Тут нет бугалок, да. Понимаешь? За звуки, блядь. Идет, отойди, пропусти меня, блядь.
Букашечка. А! В смысле, букашки не будет? Вот это что было вообще? Букашечка. А ты хрестишь, придурок. Ебать, что за хуйня? Мы ж проходили это! Это кто остался? Это я здесь, я здесь. Ааа, сиди! Мы же проходили это, сука! Я думал... Уйди! Я думал, мы это все проходили, и страшилок теперь не будет. What the hell? Или не убьет, убьет же! Нам надо вернуться в лобби и найти руму нормального прохождения, сука. Какого хуя мы можем вернуться в игру, которую уже проходили, блядь? Дурак, ты чё орёшь рядом, придурок? Да я тень. Блядь, Диан. Я просто психи. А, так мы не... Пизда, на какую кнопку фонарик? Ребята, как вернуться в хаб? Привет. Мы можем вернуться в хаб, где выбирает левела, блядь, или нет? Или надо им... Никак? Ребята, короче... Так! Хорошая новость. На какую фонарик включить, на... ребят? Ах, хуй знает. Лёха. А у нас нету, наверное, фонарей. Гичик. У нас тут фонарей нет, но они были. Фонарей нет, да. Короче, спасибо большое, ебать, за сам. Короче, смотри, хорошая новость. Мы отсюда не можем выбраться, пока не пройдем. Давай ты лагаешь. У нас через два левела... Меня нормально слышно? Ну так, иногда лагаешь. А, ну это игрушка, значит. Короче, через два левела у нас будет... Можно будет вернуться в хаб, и в хабе можем будет выбрать левел. Иначе в хаб не попасть, все. Ну, блин. Нам надо проходить. А, вы поняли, как его убивать-то? На него смотреть нет, просто. Он нас не может убить, пока мы на него смотрим. На него надо смотреть, и все. И бинго-банго. Во, фонарик! Я взял фонарик! Пока это реально? Найк. Да, посмотрите, поищите фонари просто. У Дианы пи***ц майк. Именно самый б***ь. Лёх, да? Вы намного дальше проходили. Да. Будто бы другой сейф нужен. Да? Да? Так. Вроде нормальный варик вот здесь, ну или он так увидит сзади. Я не помню, я не помню. Один фонарик на всю мапу. Похуй, я посвечу, погнали. Разговаривай, да, мне спокойно разговаривай. Да. Давай, разговаривай. Смотрим в одну сторону. Стоим вот здесь, я свечу и смотрим на него, и все, и бинго-банго. Встаньте кто-то за... Но он меня в прошлый раз Леха через забор убил. Все, стойте сзади меня стойте, тоже, чтобы по бокам смотреть. А ему похуй. Смотрю. Блядь, он справа! Не ссы, кобылка, не ссы! Смотрю на него! Взглядываю его, на мышка! Смотрю на него! Смотрю на него! Смотрю! А сколько нам продержаться надо? Да, минуты две! Вон он, в дверях, спереди стоит, вон уебище толстое! Спереди далеко, да, вон! Смотрю! Но он спавнится прямо на нашей будет. Все, вот он, все, держимся. Смотрю. Ладно, прям разрубит, точечкой на его глаза смотреть, да? Главное, чтобы сзади. Точечкой на его... Бля, Диана, а ты можешь как-то... Нет, ему, смотри, бля. Ручку на плечо ему положить, как-то увести на куда-то в туалетик, Она уже стонет, бля. Стой на том же месте. Диана, нахуй, помогай, бля. Так, в смысле, куда смотреть? Да, блядь, тоже спавнится, прям. Я голопопик! Смотри в разные... Сейчас трусы сниму, нахуй будешь смотреть. Опа! Твоя ебаная. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. О, побежали! Все, уехали! Куда ты поехал? Все нормально. Все, на вас похуй, На вас похуй, я спасся. Да! Он идет! Нет. Только не этот левел. Бля. Только не он. Блять. Блять. Бро, только не он. Бля, нет. Это... Нет. Нет. Дайте фонарика. Нет фонарика. Да тут не нужен фонарик.
Вот это... Блять, нет! Блять! Это пи***ц! Тут вслепую... Ты мне объяснишь или нет? Тут надо вслепую идти, на радаре будет бобра-зомба. И надо вот так, видишь? Ты тыкаешь ЛКМом, красиво. Появляются точечки, и ты... Ой, видишь, слева, куда... слева, 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 прямо, 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 кричи, не кричи, он не прямо, он не прямо, там стена, тише, тише, тише. Ну какого... Почему мы можем, проходя игру, вернуться на левел, на котором мы были уже, почему, блядь, what the hell вообще? Она умрет. Куда идти? Куда идти? Куда идти? Сюда, Дэн. Ты где? Вот сюда, сюда, сюда. Я не вижу ничего. Сюда, сюда, сюда. Блять, парни, а вы помните, как это проходить или нет? Я тут дохлый был. Вас съели, а я пробежал. Ты светишься, блядь. У нас ноль шансов. Мы не пройдем эту игру никогда. Я тогда на рандом, бро, это прошел, потому что вас кушали, а я в этот момент побежал вперед. Блять, поэтому, блять. Я в какую-то дырку пи***ю здесь. При создании лобби можно левел выбрать. Это ты в меня. Блять, что светит? При создании левела ты выбираешь сейв. Где я? Скажите, дайте звук. Мы здесь, здесь. Тихо, тихо, смотри на радар. Он на мне? Он прям тут. Он на мне? Он пиздец здесь близко, бегите! Он мимо меня прошел. Мне пиздец. Я умер, пробегайте пока. Блять, куда? Похуй, я вслепую добегу, блять, меня вообще Тупик, да? Тихо. Я пробегу, как нехуй пройду. За братву, мы обязаны вернуться в хаб. После этого будут лодки, да? Я вспомнил. После этого, блядь, лодки, и только потом мы вернемся в хаб, да? Это кто здесь? Кто со мной? Вот тут, сюда. Я. Тут, тут не, тут нет прохода. Блядь, куда нам идти? Куда нам идти? После налево, этого левела налево. Хаб. О, налево, лево, лево, со мной, со мной, со мной, со мной, со мной. У меня что-то, у меня какая-то светюлька, пипулька. На вас чел бежит. Он у вас? У вас есть проход там или нет? Я не понимаю, куда идти. Мы будто бы здесь были. Мы будто здесь были. Вот где яма, будто отсюда пришли, нет? Бля, у меня вообще потеряшкинсон полный. В рот, тупикантроп. Тупикантроп у меня. Бля, сейчас Диана проходит, прикинь. Я охуй, я скажу ей спасибо. Вахуй будешь? Конечно, бля. Я вообще от жизни охуею, бля, ты чё? Я вообще не пойму, я не буду понимать, нахуй нужен туда как человек, если Диана пройдет. Все шансы, она, посмотри уже где, она уже съебалась. Бля, как она туда дошла, сучка? А мы нахуй в тупике. О, тут есть что-то, слышь. Но она нас звала к ней. Походу сюда. Походу сюда, дядь. Направо, направо, направо. Бля, тут тупик. Не-не, Боба, вот сюда. А, да, Диана да, направо пошла, давай налево. А тут тупик, походу, давай к Дианке давай. Давай. Сюда нам. Бам. Диана, ты слышишь меня? У тебя выход или что? Как у тебя обстановочка? Что? Привет, солнышко. Как дела у тебя? Обстановка как? Нормуль? Блядь. Кайф есть? Тут тупик или что? Инфу давай, сучка. Да, да. Да, да я тут пытаюсь найти, вроде тупик. Жопка. Да, да, да. Во-во, сюда, 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 сюда! У меня, у меня! Давай, 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 ага.
по мину. Главное без монстринга, слышишь? Монстринг там, в пи***е остался. Тихо-тихо. Да, Денчик отвлек своей жизнью. А он не тэпается? Он? Только если на тебя. Направо, направо. О, выход! Да ну! Ебать! О, да? Боже! Да ну нахуй, блядь! Что? Это в соло, конечно. А где хаб? Что ж? А где хаб? Ну только не надо этот левел. Нет, блядь. Нет, нет, мы на лодке уже ребят, приплыли. Что? Вы должны... Да? Возьмите скафандр, мы падаем в воду. А где, блядь, хаб? Это самый ебаный левел будет. Так, а почему нет хаба? А поплыли надо назад, поплыли не... назад. А, назад, назад, да. Да, поплыли назад просто. Бля, лодок нет, да? Ну, Гичану не привыкать. Короче, нам надо просто поплыть назад, и все. И вернуться в хабчик. Поплыли, чем раньше. Поплыли, ребят. Ну, рассказывайте, ребят, как обстановка. Вот я сейчас чисто выплыл. Это мой первый заплыв, если честно. Это мой первый заплыв. Блядь, ты меня так напугал, что меня сейчас теперь тошнит. Диана, тут могут утаскивать за ногу монстра. Ты покушала, Диана. Реально? Угу. А возможно, последствия титана в твоей ноге. Я в натуре могут воду утаскивать? Диан, первый раз ты супереплываешь. А. Да, бывало уже. Тепленькая водичка. Не, ну хорошая погодка, ребят. Радует, что солнышко пригрело, конечно. Просто радует. Помню, как время. Тут на лодках плавали. Да, было время. Это, как говорится, помню, как раньше плавал, было лучше. Да есть же. Раньше и вода была синее. Но вода будто в натуре голубей была. А что вы в воде без акваланга? Я тебе сейчас просто ногой нахуй. Пи***ю, блядь, ты утонешь здесь, сучка. Где лодки, нахуй? Ебать, ты мне давай... Ааа, красная! Чё такое, блядь? Да это я, всё нормально. А как ты это сделал? Ой. Ну небольшой какиш вылез. Чего? Бля, тут сейчас будет да, туман. Да, сейчас начнется, братва. А, ну вы да не, ну не отвлекайтесь от курса. Да, главное, плывите. Сейчас прямо, потом направо. Запомните, прямо, как все дома плываем и направо. И мы возвращаемся в хаб. И все, бинго. Что за звук? Даша, умоляю. Да это у меня живот, я не понимаю. Даша, найди, пожалуйста, посмотри прохождение. Ты покушай, бля. Новых левелов. С каких левелов, с какой, в какой комнате начинаются новые левела? Вот. Умоляю, нахуй. Где? Хлопцы, вот, де наш човен? Где? От бы ща човен, човен, човен. От... Ну в этом море! Капрал? У нас немножко музыка отстала, давайте подождем. Пусть плывет, блядь. А то от курса отобьется. Лучшая реклама JBL колонки, просто дилейная, нахуй, плывет там, блядь. Без тебя я тону в этом море! Море! По-моему, вот за этим домом прямо надо проплыть, насколько я помню. Прикиньте, мы вернемся. Прикинь, на нее. Прикинь, мы возвращаемся на предыдущий левел, а не в хаб. Съел. Представил сейчас наше, бля, ну почему здесь такие глупые сохранения? Да я вообще не понимаю, какого хуя мы можем вернуться в какой-то левак, который мы проходили год назад, но не можем вернуться потом обратно в хаб, надо проходить заново. Бля. Янку реально, походу, Кракен-то ебал. Ну, бля, выбрал, так сказать, худшую нахуй среди нас. Даш, какие левела? Прошла инфа или нет? Или мы, блядь, храпу даем? М? Ну вот по идее за этим домом прямо. Как-то вот туда, чуть левее, нет? Ну я вообще ничего не помню. Я вот помню. Я не бачу, с**а, да! Да ну я, блин, не вижу, блин. Где это домик? Мне кажется, примерно так. Во-во-во-во-во, вот он, за мной! Бачу! Вот куда я смотрю! Давай. Так, тут у всех вроде прорисовка разная. Да, я вообще нихуя не вижу. О, начинаю что-то видеть. За мной. Я до сих пор. За мной. А, во, вижу. За мной.
если это не он, я себе пузо спариваю, блядь, вы дальше сами ищите. По идее он, по идее, похож. Seems to be. Как мы запрыгнем на дом, залезем, он вылазится? Блять, я себе пузо вспарю, нахуй, клянусь. Там дальше еще дом. Ладно, ваша реакция, если мы круг сделали. Потому что тут еще домики, блять. What the hell? Я попробую наплава сплавать. Бро, походу не этот. А лодки нет? Нет. Не это, да? Это тоже затопленный. Дианка, rest in peace. Откинулась в натуре? Блять, я не сюда приплыл. Да ну нахуй, где? Пи***ай, ебать, мэн. Что дальше, что ли? Я хуй пойми, родной. Говорят направо. Сюда? Я правильно сейчас плыву? Делай рестарт, ты дегенеративная, блядь, башка, нахуй. Захейс! Давай, роднулька, плывем. Дашка что-то пишет, слышишь? Ребята, говорит. Мне почему-то кажется, мы в никуда плывем. Просто тут ничего нет. Тут ничего нет. Во! Я вижу! Давай. Я вижу, нахуй! Это оно! Хуй чую! Это оно! Боже, блядь, да есть же! Это не оно. Тут нет лодок. FPS! 21 FPS! Да, у меня 15, нормально. Это не тот дом. Но оптимизашку не подвезли, конечно. Вот здесь еще дальше какой-то. Блядь. Да сколько тут домов? Бля, там много домов. Во! Бля, вот этот! Свинорылый! Свинорылый, вот этот! Дальний? Да. Давай, да. Да. Он, да? Выглядит как он. Оптимизашки. 21, 20 кадров. У меня 5. Игра вот прям максимально... 13! 13 FPS! 13! А, у меня тоже все меньше и меньше. Игра прям такая... Не вернетесь, твари! Не вернетесь назад, нахуй! Не вернетесь, блядь! Там не будет входа в хаб, я твой рот выебу. У меня 3 кадра примерно. Но у меня 13. Я просто отрывками плыву. Слайд-шоу. Ну, блядь, не сказать, что у меня прям плохо. Типа, нормально... Играбельно. Ну, мне прям уже ну, не так. Иногда бывают просадки небольшие до 12, но в целом not bad. 14. Бля, что я как крашнет еще? Бля, если... Бля, нет, если крашнет, если я в рот буду, это пи***ц. А что Диана делает? Что сейчас у Дианы? Денчик, интересно, вообще куда поплыл? Денчик поехал вправо на поиски. Ну слушай, у меня FPS сейчас ненадолго вырос, 21 FPS стал. Не, у меня все так же. Ощущение, будто эта хуйня не приближается к нам, понял? Будто она на одинаковом расстоянии всегда, и мы просто... Да. О, ебать, отлагало! Да, 89. Отлагало. Было, в моменте, нахуй. Вернемся назад, слышь, чуть покайфуем. Во, вот тут... Брат, о, охуенно! Отлагало. Бля, боже! Все, прогрузилось, наконец-то. Бля, мне почему-то кажется, мы туда не запрыгнем, не? Я тебя подсажу. Ко мне на плечи прыгнешь. Ну, я. И залезешь в лодку. Нет, если там есть лодка, в принципе, можно с воды в лодку, а с лодки... Да, есть варик, но туда явно надо прыгать. Если там не будет входа в хаб, я свой рот ебал. Мы пойдем играть в Fury Backrooms.
Блять, я до сих пор не понимаю, что как? Мы зашли в игру, в которой все левела пройдены. Я просто зашел не в ту комнату, и мы стартанули. Чего? Ты тут? Да, я рассказываю. Мы стартанули, блядь, с середины игры, нахуй. Какого хуя вообще? Мы не запрыгнем туда. Давай, запрыгнем. Мы не запрыгнем туда. Запрыгнем. Мы не запрыгнем нахуй туда. Не очкуй, запрыгнем. Мы туда не запрыгнем никогда в жизни. Это нормально. Он не прыгает в воде, мы не запрыгнем. А, там крыша! Не прыгает, но... Тише, все заебумбус. Багом залезем. Да. Он чувствует, когда всё. Есть какая-то поверхность. Все славненько. О! Боже! Во! Папа поплыл! Я ничего не видел, кроме воды ебаной! Давайте не заходить в комнаты! Да. Давайте найдем 39-99. Как убрать? Меня тошнит, меня укачало, у меня морская болезнь. Как снять вот эту хуйню? Вот как раз полчаса. Как снять шлем? Через И. Бро, через инвентарь. Нету там, да? Его у меня нет. В инвентаре есть мозг! Подожди, как снять шлем? Если нет в инвентаре, значит забагалась. Может на следующий левел она сама спадет. Охуительно. Вот это да. На И и в мозг. Я тебе сейчас в мозг дам кулаком. Да, это... На нем надет. На Ай и в мозг. Да, у него надето. Ну на нем надето. Он не может снять. Понимаешь, нужно помочь так ему, нужно найти щитцы. На И нажми и перетащи на мозг. Что перетащить, Диан? Не получится, у него нет. Дианчик, нет. Шлем. Какой? Он не в инвентаре у него. Ты залупа! И нажми и ты так... дебилка ебаная! У меня нет шлема на И! Тупорезка, блядь! У меня его нема на И! У меня на И пусто, капусто! Нужно, а Диан, как я, по-твоему, скинула шлем, придурок, что ты орешь? Надо ему плоскогубцы найти, помочь. А вы можете шлем, дверь делать? Открыть или у вас тоже заперто? Да, нужно вот сюда. На И нажми, я перетащи вот дверь оно. В мозг. Вот. Блядь. Да есть же. Поехали. Помнишь? Давай, это оно. Да. Это то, что мы втроем проходили. Помнишь? Мы до сюда втроем дошли. Собаки по 500, поехали. Тут пыльно. Никит, ты болеешь. О, Артур, поломанный. Артур, уйди. Он сломан. Ячик. Он сломан. Поломанный. Никит, сломан. Нужно найти не сломанный. Да, Дианчик. Давай, приятных поисков тебе. Они все сломаны. Все сломаны? Какой ужас. Сегодня без тут интеграции, жижа, да, какая-то получается? Капает. Жижа капает. Сори, я на потолок кончил. Ляпается. Бы. Можешь слезать, блядь. Чего? Так я куда слезть-то? Ребят, аккуратнее, пол слизкий. О, лифтик. Ой, какая бабилка, посмотрите, тут работаем денежки, ребят. А ну тмякните, ребятки, за меня, у меня нет первого депчика. Ребят, у меня нет фрибета, нет у меня, ребятки. Ой, какие иглузки, а-за-за. Я поехал, пока. Давай. У меня монетки, у меня тикет, у меня тикет. А ну-ка, давай. Ну-ка, играй. Ну вот что-то поиграть-то можно? Ну, блядь, я взял тикет, дядь. Футбик зарубиться. У вас, вы брали тикет? У меня 931. Нет, я не брал. Еще куда его нахуй засунуть, блядь? Там и монетки есть. Ой, я тоже есть. Взял, 900, тоже. 931 у тебя? Надо искать, может. Да, 931. А зайдите все в лифт, пожалуйста. У меня тикет, пойдем. Ты видишь тикет у меня в руках, нет? Нет, не вижу. А, это тикет для лифта. Забейте, хуй. Пойдем. А, вот вы придурки, а для я тут 100 лет хуй, стою тикет. Уже, а. Да, бля, вот как будто огонь по своим добавили.
И пистолет просто добавили, я бы изрешетил одну из вас. Я бы пошутила, но не буду. Our goal... Телевизор смотрим или... Вас вообще не смущает, у нас телек в лифте стоит, слышишь? Приятного просмотра. А, блядь. Блядь, да ну на... Диана, сфоткала? Нет. А, конечно, блядь. Там лабиринт, ебать. However, do I do the nature? However, do it to the nature? Не клипайте Лепчик. Глазами. Там чел пропал. Да, он упал. Говорит, можно провалиться. Да ну на... Я Кась хуй. Говорит, красный фонарь. Светишь, и все заебись, ничего не видно. Светофоры, следуйте правилам дорожного движения. Красный, стоять. Желтый тоже. Danger nerd. Отсылка на Danger Леха сейчас была. Зеленый без Danger. No Danger. Ты, короче, не опасный, Лех. Нет, зеленый мне нельзя ходить. То есть я хожу только на красный и на желтый. Да давай! Что ж, ну приятной игры вам, ребят. Я вас здесь подожду. Как убрать вот этот ебать? Давай. Сачок. Блин, ебать тут рация. Охуеть. Да, тут дохуя лута. Звоню. Да ты мразота набрала. Трубочку блядь, кто-то возьмет, придухти. Звоню. Так, бери. Алло, у тебя звонит. Возьми. Алло. Какая мразь. Алло. Алло, прием, связь. Алло. Алло, Дианчик, меня слышно, да? Да, куда ты говоришь? В рацию. Ебать тут местечко. Мы что, будем тут по рации общаться? Ребят, ну, видимо, ребят, да. Что за бейджик у меня? Видели? На С, на С. Лёха. Что за бейджик у меня на С? Угу. Алло. Дичи, да. Алло, блядь. Да! Алло, что блядь? Такое? Вот это что? Да выкинь нахуй этот, два левела назад надо было, блядь. Как? На И и на мозг. На И, на И, перенеси, на и мозг, на И. У меня нет в инвентаре этого бейджика, он просто достается на С. Видите, что показываю? Что у тебя там написано? Во. Ты хочешь скинуть бейджик? Вот, это что такое? Бейджик. У тебя написано Чаньхуа. О, подожди. Подожди, вы иноагент. Покажите, пожалуйста, свой бейджик. Покажите свой бейджик. Женщина, покажите свой бейджик. Не нажимай. Предоставьте свой бейджик. Нажмешь на рычаг, мы умрем. Убить. На. Казните, блядь. Это Чиньхуа. Что это? А, это какая-то бугагашка или что? Там он не наелся, наверное. Я не думаю. А что, туалет открыт? А, Гичан тоже откис. Неприятно. Блядь! Не-не, иди. Кто звонит, блядь? Иди сдохни, нахуй, давай рестартнем. Идите, сдохните, пошли, горе стартнем. Пошли, попробуем. Подожди. Их обоссут просто, сейчас. Ладно, ребят, в тесноте да не возьмем. Сука, какая безжалостная, блядь, просто четверых уплела, нахуй, заразу. Ну что ж, ребят, интересно. Всем привет! Что же там полагаю, находится, нам ребят? Надо сначала, чтобы загорелись зеленые лампочки. И закрылся бункер. The блядь. Doors are locked from below. Смотри, да, нам нужно вот эти лампочки все найти. Understandable или нет? Да. Ну где, Диан, слышь? Дай-ка вот сюда джазику. Ну-ка, запрыгни.
Сейчас сам Изи все найду. Где я, блядь? Я думал, зеленая, значит, можно наступать. What the hell? Я провалился, прикинь. Я провалился в эту хуйню. Прыгни, прыгни, все нормально, ты найдешь выход. Просто прыгни, там можно выйти. И ты падай, тоже падай. Пи***ем, сдохли, и Влады. Диан, пойдем сюда. Надо просто сюда прыгай. Вот когда зеленый цвет, прыгай сюда. Я за тобой. Не, это вообще долго. Я не знаю, как с ними играть. Но попасться в такую ловушку Денджер Лехи, просто вызечную, блядь, я рот ебать. Просто говорю, прыгай, она побежала прыгать. Вообще пихуй, просто видит, прыгает, вообще. Какие шансы, что они все откинутся сейчас там, нахуй. Что мне делать-то? А мне походу туда и надо. They don't like the like. Все, понял. Прыгаем в свете, да есть же, блядь. Мнение, нахуй. Изичный левел вообще, for real. Они сдохли! Ёб твою мать, блядь. Боже мой. Боже мой, боже, боже, боже. Смотри, смотри сюда. Что делать? Мне явно сюда! Надо какую-то хуйню включить, да? Вот это надо что-то с этим сделать, или нет? Бам! 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 И тут просто сектор клир, тут нихуя нет. Мне надо забираться в комнаты. В комнаты, в которых типа никого нема, и что-то кликать, да? В комнаты, в которые в том мире нельзя зайти, потому что они закрыты, да? Короче, все изи. Изи левел. Лежите дохлые, блядь. Сюда мне, сюда. Бинго, вход. Бля, вот а почему оно перевернутое? Что мне с ним делать, нахуй? Мне может надо просто все двери открыть, прыгнуть в нормальный мир, и двери будут открытые. Как вам такое предположение? Да? Да? Красивый, харизматичный, сексуальный, просто лучший стрим. Я? Спасибо. Держи на вкусный допинг. Thank you very much, Броски. Я, кстати, думаю завязывать с допингом, братва. Что скажете? Я думаю, пора прекращать. Ну, может не совсем, но немножко ограничить себя в допинге. Так вот вы где, ребят. Бля, просто брат! Братву по кускам можно собирать, нахуй, я ебал. О, это Дианка у нас в туалетах откинулась, блядь. Неприятно. Морда на... Ты кто? Вау! Что? What the hell? Что за хуйня? Привет, ребят, как делишки? Это что было? По заслугам получила, тварь. А что это было? За что? Нам же все равно туда надо, как оказалось. Бля, ты нас отправил просто на смертный бой, нахуй. Чего? Мы прыгаем, да, мы просто упали прям. Так надо было светом светить, и все, и изи. Не-не, бро, я сам в анимацию ёбнулся, блядь. Короче, смотри, вы поняли, что делать? Дианчик, ты поняла, что делать? Да. Нам надо упасть в красную комнату, в красном мире открыть все двери, вернуться обратно и в открытые двери зайти. Ты здесь? Алло, понимание есть какой-то игры? Да. Прием. Погнали. Она не...
Так, поняла. Прыгаем, я зеленый, железная, да? Железная. Да, когда зеленая, можно прыгать. Да, да, лучше зеленая. Брат, зеленым, бимбочка, да, наша, передай привет девушке Кека, она мечтает об этом. Привет, Кека. Спасибо большое за 200, брат. Спасибо огромное. Сюда меня. Сначала смотрим вниз, а потом погнали. Первая. А сколько всего дверей? 4, 5, 3, 2, 1. Вы открыли сколько-то дверей уже? Прием. Меня кто-то чует? Да, вот я одно открываю. Я тоже одно открыл. А, бля, морда! Морда, морда, бля! Морды, сука, морды! Повсюду морды, бля! Морды, морда, морда! Опять на мне морда! Вторая морда! Сожжены нахуй, бля. Свети, свети морды. Пошла нахуй морда, бля. Сюда, бинго. На связи кто-то имеется? Все живы? Да, ой, да, блядь. Да. А так, чё? Ну, я тебе отвечаю, я еще одну открыл, слышишь? Три открыто, брат. То есть вы в итоге три, да? Ну три, да. Одну. Ну может кто-то открыл. Подожди, их всего пять, нет? По-моему, всего и пять. Вроде. По-моему, пять. Я тут лабирунтус, охуеть. Да, тут открыто. Ща я выпрыгну, гляну. Все, я включил, вроде должно работать. А, вы все открыли уже или что? Не-не, я сюда пришел, чтобы эту поставить. Тебя убили? Кого? Да, я мертвый, Диан. Я не настоящий. А! Меня не существует! А! А! У меня нет, это не я! А! Я монстро! Дура, блядь. Че ты блядь делать? Бугага! Точку бам ставлю, но что-то должно, наверное, загореться. Или я ебал. Ебаный таких. А тебе остальные двери ебаные, сучи? Хоть карту с собой бери, чекай. Я карта! А тут закрытая дверь. Может это открыть или нет? Сгонять. А, значит надо прыгнуть. Да, и вот по этой же тропе. Открой, плиз. Блин, мне даже интересно, как она откроется сейчас. А, вот она, блядь, еще. Я пойду тебе тогда двери поделаю. Угу. Бля, мне почему-то кажется, одновременно надо это делать. Вы не думаете? Она прям вот так откроется сейчас? I can't believe. Просто без нее откроется дверь? Этого быть не может. Этого просто не может быть, чтобы она открылась. Степи умер. А. Пробазал? Бам. Да есть же. Ну вот и хули толку, надо все остальные двери врубить. Братва, кто на связи? Кто-то есть разговаривающий со мной? Инфаркт, спасибо большое за саб. Со мной не мы. А у нас еще закрытая дверь, да ну нахуй. Что при этом всем делает Диана, блядь, Рики, мне интересно. Вот что она делает? Тише. Алло. Яд. Пойдем. Спасибо за подписку. Неужели дверь открытая? Неужели? Неужели дверь открытая? Спасибо за подписку. Вот, попробуй открыть, открой ее. Я свой рот ебал, блядь, Да ну нахуй, включила. А, так она одна живая. Верните ставку, она сможет вот конкретно вот это все включить правильно или нет? Такую быстренькую на минутку. Это невозможно. Это невозможно. Ей надо просто в двух дверях еще включить эту хуйню. That's all. That's all. Надо просто понять, где они находятся, пойти. Одна вот сразу, как заходишь слева. Другая слева подальше. Просто включаем залупу. Вот она все включает. Бинго. Ставка будет administration. Administration. Пошла. Бали. Что-то быстрая ставка, нет? Что-то очень быстро, Даш, ебать. Голодку шутя нахуй.
Мне просто интересно на ее ебало сейчас глянуть. У нее ж, ну, какое-то происходит, типа, thinking process. Она, типа, ну, вот она думает же, куда идти. Почему она налево не прошла? Там же дверь еще одна, нет? Куда она идет? Нахуй она сюда пришла? Тут зелененькая, правильно. Дианочка, ну лупаришь, пиздолет. Опа! Да нахуй! Как так, блин? Так, побежали. Спасибо за подписку. Бля, отвечаю, зная ее, она просто в пол нахуй упадет, этот провалится, ее сожрут, как меня нахуй. Просто рандомно, случайно упадет, не увидит. Вот тут направо дверь. Да, правильно идет. Бинго. Умняшка, умняшка. Включить, включить. Оп! Умничка! Да ну нахуй! Умничка, ластовый! Ей надо сейчас налево, налево, вот туда, туда, нет, туда! Не сюда, ты тут не пройдешь! Нет, тебе надо туда, Диана, туда, туда, тебе надо туда, обернись! Блять, иди туда, где ты, блять, иди назад, нахуй! Она не помнит, что здесь тупик? Бля, это невероятно. Тут тоже тупик. Тебе надо вот сейчас... Нет, вот туда дальше. Девочек, вот так прямо, прямо. Сейчас налево. Налево. Угу. По этой хуйне налево. Угу. Прямо, прямо сейчас. Вот туда, вот туда. Не-не, вот туда, Диан, вот туда. Ага, умничка. Правее. По-моему, правее, правее. Вот сюда налево сейчас. Да-да-да, сюда и направо. Все, бинго. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Я не верю. Ебать. Это всос. Это всос. Диана, надо просто... Спасибо за... Инфаркт, спасибо большое за сапки, брат. Надо спрыгнуть вниз. Ну тут рядом, тут рядом, она может пройти спокойно. Тут вообще хуй вопрос. Как не хуй, прыгаешь по прямой хуй и все. Просто ебал всем засветил. Там, правда, этот монстр гигантский, блядь. Пошла, малышка. Я в тебя верю. Вот туда, назад, сзади, сзади! Сзади, дура! Ай, какая невезуха! Абсолютно! Don't lucky, блядь. Просто сосал. Там входит чел в нашем костюме, блядь. Залагала, мышка. Мышка залагала. Ну ладно, это было НТ. Диан, если честно, я в моменте подумал, ты сейчас пройдешь. Я Я 4 лампочки включила, ты... посмотри на камере, на Зайка, карте. Ты умница. Да. Ты умница. Мы одну со Степкопом, другую там, ты... где туалеты, и третью там, где... Ты гений. Ну, что-то вообще... я сделала. А вы, ты... а вы что включили? Мы ничего, мы АФК бегали. Ты умничка, Дианчик. Все сама, малышка, все сама. Бля, а какая... где здесь проваливаться, чтобы открыть? Вот сюда, вот сюда. И просто по прямой бежим. Вот Let's сюда. Get it. Не сюда. Походу и не сюда. В рот, а куда? Вот. Все. Я открыл, я открыл, я открыл! Я открыл! Ратя, Ратя, Ратя! Прием, прием! Вульфенштрудели! Алло, я открыл! Я открыл! Ну, блядь! Ну, ради ебаной мобилки, ну, еби меня в рот, блядь! Я открыл дверь! Я открыл, я же звонил тебе на телефон! Почему ты не взяла трубку, Диана? Я звонил, блядь, на мобилку, ёшкин, кошкин, мышкин, прием! Алло! Алло! Ты где, блядь? Что она делает сейчас? Она ушла? Все сдохли. Я кикаю ее, нахуй, блядь, ну это пи***ц, ну ты где, блядь? Пожалуйста, сука, ей надо дать как-то понять, что я открыл дверь, ей надо просто включить. Ей надо просто включить. Давайте ставку, додумается ли Диана просто включить. Просто открыть и включить. Все. Вот такая ставка. Умом ставочка. Хочу баловать. За тебя, брат. Шо. Спасибо огромное за 200.
А, она на старте вообще. Снюсика бахнула. Ясненько. Налево. Янчик, там уже все включено. Назад. Назад. Вот сюда, Янчик. Вот, 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 вот сюда, вот проход, вот. Я сзади проход был. Янчик, сзади проход. Диана, сзади. Сзади, Диана! Где все, блядь? Нина Таб, пожалуйста, просто открой дверь. О, там фонарик. Нет, нет. Открой дверь. Просто мы открыли. Просто включи. Бутончик. А ей похуй. Ей вообще понять, у нее батончики. Батончики, лимонная водичка. Все, ей похуй. Что она делает? Ну что она сейчас делает, спасибо, блядь? Спасибо за подписку. Спасибо большое, инфаркт за 5. Спасибо огромное. Спасибо за подписку. Вот туда, вот, вот! Блядь. Назад! Назад! Спасибо за подписку. Сейчас налево. Налево сейчас. Налево. Налево. Сейчас на... Туда. Налево. Спасибо за подписку. Вот туда. Прямо. Прямо. Прямо и направо. Просто пойди направо. 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 Да. Открой дверь. Спасибо за подписку. Ну, шагаем вальяжненько. Хули времени в обрез, блядь. Пойдем. Все, ей надо просто выбраться. Она же будет думать, что она соло прошла вот здесь. Она будет думать, что она прошла соло игру. Бля, это пизда. Все, надо просто выйти. Надо просто выйти. Надо просто вернуться и выйти. Она все включила. Надо вернуться, открыть эту хуйню. That's all. Все, включай! Пробегай, 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 пробегай! Спасибо за подписку. Блять, а как? Нажми и пробегай, и пробегай, и пробегай! Клацай и пробегай! Ее величество. Спасибо за подписку. Ее величество Диана Рики. Спасибо большое за саб. Спасибо огромное. Но я не ошибся, когда взял в пати Диану Рики. Я не ошибся. Просто соло. Последнее, что я слышал перед смертью, это Диана говорит, у меня фонарика нету, забыла. Так я побежала вперед в квадрат, поняла, что вас сейчас всех убьют на. А тут фонариков тоже нема, а, охуеть. Бери записку, брат. Тут шифр для тебя. А что за отель? Ну? Леон. Очень приятная музыка, ребят. А будто тут пи***ц будет какой-то. Е***ный отель, ребят, ну охуеть. Тут всос, вам не кажется? Иди сюда, этот, вводить надо пароль. Или ты можешь сказать мне просто. Вот здесь. Кого бумажка? А, я там. Говорю. Третий давай, черный. Давай. Третий ага. Черный. Седьмой черный. Пятый черный. И второй черный. Ж не все-то... Опа! Открыто. Открыто. Добро пожаловать, ребят. Опа. Ебать, оно выглядит. Ух ты. Фонарики. Тут будет какая-то гигантская залупа. За нами тут хуй. Кто со мной? А, мы все здесь. Ребят, сори, запустил немножечко нас. Братва, мы тут... Посторонний мир. Мы тут в***. Блять. Тут за нами будет бегать хуйчина, а мы будем в отелях прятаться в номерах. Тут пи***. А, я вернулся. Нормально. Нет, подожди, подожди, я просто... Столько выпила, тише, чтобы ты нас тише. Назад вернул! Я просто решил спросить, вы реально все готовы? Обдумаем, ребят. О!
Упал. Хорошо, что там никто не стоял. А ну-ка ныряй. Все, пошлем. Покажи раму, родной. Целую, мяу. Спасибо огромное за 200. А ну какого хуя она заспавнилась? Алло, Кикимор, разговаривай. Блядь, у меня ни фонарика, ни кока-колы, блядь. Ничего нет ни у кого. Шо це так воняет? У меня был фонарик и кока-кола. Блин, хуй. Тут что-то вообще открывается. А хули, все заперто? Да. А, стой! Странно. Стой! Надо сюда встать, чтобы было еще третий. Во! Что-то должно было открыться. Вот! Открывается вот проход. Оно, вот сзади. А вот! А, один должен пройти, ебать! Да, пиздуй. Бля, давай, Лех, пиздуй. Иди. Охуенно! Все равно мы все разобрались. Охуенно вы, ребят, придумали. Это у вас идейка, заебумбус. Пиздец, где я нахуй? Ну на. О. Откройте дверь! Откройте! Я ненавижу их, блядь! Сори, Лёх, братух, мы дабстепчик полетели! Дабстепчик! Бля, Диан, тебе такое нравится! Его за***л монстр! Я налево, тут красиво! Я направо, пух, ебать! Я шарял! Что я вижу вообще? Ты где базаришь? Ты где? Я тут, а ты где? Я за стеной. Да я бы Диану Рики просто изрешетил сейчас. Кто за вами бежал? Тварь! Ой-ой-ой, он прям Диану вот так, понимаете? Прям вот так. О, как! Гляди-ка. Хорошо, прошли? Пройдено? Я умерла вообще. Тише, оружие прячем, блядь. За этой дверью смерть. Ты попадаешь на красную локацию. Пошла первая. Да? Возьмите бензопилу, ребят. Возьмите бензопилу. Я туда уже бензопилу. Я Спасибо за подписку. Брат. Ух ты ж, куда ж я нырнул, нахуй, долбоёб. А что там, Никитос? Спасибо за подписку. Блин, приятного. Спасибо большое за соп. Что за б***ь его лах? Спасибо за подписку. Бери-бери-бери. Все откисли. Ребят, будто бы левел непроходимый. А дабстепчик охуителен. Так подождите. Вот же ответ. Да, бро, там надо было открыть дверь пилой, понял? Пока монстр бежит, типа, успеть. А-а-а. Теперь я не знаю, где пила. Теперь въебали, блядь. Пила у Дианы. То есть, это мразь молча взяла пилу, ничего не сказала, пошла и сдохла. И прыгнула. Она захотела и этот уровень за спидранить в соло. Какой ужас это. Шлюха, не прикасайся к филе, блядина, нахуй! Просто тварь, блядь! Так, кто будет ответственный за распил двери? Спасибо. Руки вверх, подписку. Кто будет первым? Я думала, можно монстра пилой распилить. Погоди, Диана, а что ты сделала, когда там была? Что ты спасибо сделала? Большое. Открыла, спасибо большое за ссылки, спасибо. Я... За подписку. Там была распилена дверь. Окей. Так, а, окей. Я пилила монстра. Никит, я тебе доверяю очень пила? Сильно. Поэтому держи, бери пилу. Угу. Отдай пилу, пожалуйста.
Мы дюпнули пилу? Что это две пилы? Мы дюпнули пилу, ебать! Мы дюпнули пилу, блядь! Ебать! W, дюп! Иди режь двери. Давай дюпнем еще раз тогда. Скидывай. Вместе готов брать? Раз, два, три. Я не успел. Раз, два, три. Она летит. Я не успел. Короче, идите просто распилите двери. Кто-то из вас может распилить двери? Да, если еще кричите, если раз. Умираете, последний окей? Раз, два, три. Похуй. Блять, там на два, по-моему. Ты ее раньше поднял. Дерян, иди с ним. Одновременно. А где пила, блядь? Нужно, иначе... Брук. Раз, два, три. Ну, так, минус два, короче. Так, смотри, там дверь будет распилена. Просто где? Нам надо бежать с этим, ты понял? Шоколадки, у тебя шоколадки есть, бро? Дверь распилена, бежим, блядь! У меня нет, шоколадки. я голый, фул, я фул голый. А там, потому куда надо бежать? Догоняет. Куда бежать, я не понимаю. Просто в темноту бежишь. Блядь. Налево или направо? Вот я сейчас падаю, куда? Ну, я просто от монстра бегу, там одна сторона. Давай, прыгай, короче. Давай я первый, еще меня съесть. Побежали. Ладно, похуй. Где я? Где я? А! Это пипец и жопа, блядь. Что мне делать, нахуй? Что происходит, сука? Вас тоже съела? Ребят, назад бля. Надо было бежать. Назад надо было бежать, ты вперед побежал. Вас тоже съела какая-то морда. Я разбился с высоты. Давай, малышка, иди. Вы, короче, когда падаете, вы назад должны бежать. Все, пинял. Руби. Я бежал, пи***ц. Я очень далеко побежал. Еще что тебя убило, Никитос? Такая же морда, как и вас. Распилила? Не, я разбился насмерть. Диана, распилила? Да-да-да! Да! Прыгаем. Не, там монстр там уже. Монстр. Там уже монстр. Я разбился, именно упал с высоты. А как, подожди, стоп. А как мы туда пойдем, если там монстр в той стороне? Короче, надо прыгать всем сразу вместе. Ну? И ждать, пока распилит дверь. Там он же стоит там. Быстро пилится. Вы говорите, он не успеет схавать, монстр бежать, не успеет. Не-не-не, туда надо бежать, туда. Но там сейчас монстр надо, стоит, там надо все вместе бежать. Падать. Там, говорю, там потом двери открываются и, короче... Я бегу за тобой. Да ну на... Ну да, железно. Сейчас забайтим как-то, блять. Забайтим, говорит. Нам железно все вместе надо падать. И в рассыпную, блядь. Просто как уебни. Фул в рассыпную. Да он нахуй прошел. Направо! 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 Там же был... Дебил! Дебил! Ты не поверил, ебать, стрелки, да? Короче, вы со мной... Ты решил? Со мной должны, да, я смотрю, Диана мертвая валяется. Думаю, ебать наебало вот для лохов. Погнали, погнали, открывай. Вы со мной прыгай, должны, да, прыгать. Да, да. Давай, дюпаемся. Нам пи***. Оно бежит. Быстрее бежим. Въебали. Все нормально. А-а-а, двери, открывахтунг. Мне поебать убить. Мне такое не нравится. Я миленькая девочка, анимешная, не кавай. Прыгаем, друзья. Охуеть! Куда? А тут спидран продолжается! Беги. Налево! А, меня съели у бумажки! Сука! Да я байчусь на этот эхит, я вижу эхит! Лёха бежать на эхит! Нормально, байтим! Нормально, успеют, смогут! Пизда, нам сдохли. Всё, просто все откинули капусту. Блять, я просто... Ну сейчас нормально прошли уже. Ребят, осталось, ну вообще, чуть-чуть нам. Все умом. Под дабстепчик я можем. А пошли, как пошли. Меня убили, у вас было что-то? Я не знаю, как ты это. Дэнчик, ты паранормальный, блядь, какой-то. Пойдем! Убивает. Изи. Изи-пизи, лемон сквизи. Тише. Все нормально, все умом. Да ну на! Сюда!
Налево, налево, сейчас налево! А сейчас куда? Налево. Налево. Правда, по лестнице. Правда, там потом на лестнице будет поворот. Я туда пошел, и там меня что-то убило. Да ну на. Поэтому не знаю, я ниже побегу. Я ниже попробую. Тут пипец, бро. Это за нами бежит, сука. Я пердоли, твоя матка, куру ебаны. Спердали с моего района, тварюка, бля. Ну, Дея, я в темноте бегу, нахуй. Ебь меня, Нежна, стрекоза, бля. Когда схватишь меня, с попу не трогай. Походу, в звери надо было все-таки. Походу, братуха, все-таки надо блядь, в двери. Блядь, а что там свет вырубается? Надо, ну, там был, там надо... сразу спавнится эта хуйня. Надо, надо знать, куда, налево или направо. Бежит. Погнали, погнали, она готовы? Она бежит после того, как мы дропаемся да. По стрелке. Да-да-да, поехали. Когда побежим, давай кто-то налево, кто-то направо. А-а-а, бегите, блядь! Все нормально, сучка, все нормально. Да тут, тут он не догонит. Тут хуйня, тут он медленный. Да. А вот дальше, дальше пи***ц. Сюда, 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 наехать, наехать. Сейчас налево, 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 не забывайте. Налево, налево тоже, да, сразу да. Налево. Я в лес, я в пи***. Как спрятать ебаную бензопилу? Чё, он рядышком? Да, их кушают. Нам сюда, нам сюда, брат. Вот тут куда? Налево, направо. В***ь, да? Я один! Один в поле воин! Тоже один в поле воин! Пизда, въеб... Все, в сос! Все, в сос! Все, в сос! Дайте мне эту бензопилу, на! Дай мне эту бензопилу, я отрежу себе ногу! Дай мне бензопилу, сука! Я отрежу ногу себе, блядь, сейчас, на! Пойдем, блядь! Так вот что меня убило! Бензопила? Да. Бро, надо... Да, ты это моя! Блядь, это ты... Сука, ты лезешь впереди батька в пекло, папа идет на... Я она просто убирать не хочет. Сучка, сдохнешь первая, жадины откисают первые, запомни, блядь. Все нормуль, все по плану. Бам, сейчас слева руля. Да, там уже Денчик откис, блядь. Похую, папа. Похую. Это не Денчик, бро. На эту пи***ю еще окей, больше брат. Похуй. Денчик-то. Бля, по-моему, направо сейчас. Питос теперь тоже откид. Ща налево и направо. Все нормально, вот W. Живы, живы? Живы, 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 живы. Может, налево, налево, налево! Я не сюда. Эхи! Ты... Да ну на***! Да ну на***! Опять... Где мы? Меня в сосиску, блять. Да есть же, сучка. А я с бензопилой! Да, это тот отель? Или он? Смотри, что здесь. This way! Нам прыгать надо. Сюда. Чего там? Не-не-не, смотрите. Компьютер. 188. Да, ладно, надо, найти, надо найти компик, и там да, будет знак вопросика. Нихуя. Мы тут, будто бы рядом там пробегали когда-то. Идите понял? В лифт. Не, парни, нам надо туда. Нам надо в это окно как-то попасть, там будет ответ. Go в лифт. Чего? Нахуй нам в лифт? Ну, а вдруг? Ну, едь. Это... Что происходит? Мы где? Кто ушел обратно? Сука, я вас ненавижу. Это я дебилов. Немножко дал. Газ. Боэ, боэ. Боэ, боэ. Шари-дари-ди-ди-ди-ди-дум. Так, нам по идее надо спуститься на два этажа ниже и вот в то окно попасть. И там будет answer, да? Да. Но нам не иначе, как в лифт, только все вместе. Алло! Диан! Диан! Я тут! А кто там был тогда? Нажми пиздец, на кнопку. Пиздец, перешелец. Чё-то мы едем выше, по-моему, мне кажется. Да, под дабстепчик мне больше нравилось бегать, конечно. Ты не бегал, ты умирал, если что. Нет, я туда идти не буду. О, сюда тебе Велизер! Сюда, сюда! Опа! О!
братишка, а я бы... кто током бьет? Кто ступнёт? Я бы не советовал, я ступнусь. Блин. Ладно, не буду, не буду. Это чё? Дверь открывается. Ебать. Как понять? Ну, вот так вот надо, да? Бывали. Красиво. Запоминаем. Ну, типа, 4, 1, 5, 3, 1. Запомните, алло, вы где? Да, там Диана подбежала. 4, 1, 5, 3, 1. Да, 4, 1, 5, 3, 1. Я пойду направо сбегаю, посмотрю, что там справа. Мы вообще ден. Вот тут мне не нравится что-то. Никого не маху, есть это крипи. О, батончик. Миленько, давайте. Никиту съели! Диан? А здесь кто-то есть? Это... Кто умер от тока, блять? Это ж... Беги! Это что за хуйня? Это что, блядь? Даню! Приветик. Похуй. Вперед к приключениям. О, ответ! Тивилизер! Попить решил, ребят, но небольшой отдых. С. То есть правильный ответ С. И чё, блядь? И чё, нахуй? Ух ты. Ой-ой-ой, хе-хе, пугашки! Пугашки, блядь! Его надо отвезти в лифт? Вы что, ебать? Понял. Ну, погнали, ребят, в путь. Поехали. А ну пошел на... Пипец. Что ж, это было сильно. А что ты, Лёх, не разговаривал? Я думал, ты умер. О, ебать. Я прятался, хотел, но не надо туда идти. О, ебать. Нет, туда идти не надо. Да, не будем, да. Вы поняли, что надо сделать? На тот телевизор отвезти в лифт. Вы выкупили? Да. Сюда. Это пизда. Это будто нереально, блядь. Может, сюда его притащить, нет? Да, его надо будет притащить сюда, на Си. Ну, куда ты пошла одна? Ты будешь разговаривать сегодня или нет? Залупа. Я зевала. Вот бы тебе яйца в рот сложить, когда зевать будешь. Поехали. А, ну ты это, тут, как обычно. Тут три телевизора. На каждом этаже свой. Где, блядь? Это Unreal, нахуй. Блядь, да направо без нам. Без водички, я не знаю. А кто вас съел? А чего вы откисли, слышишь? Я... Меня съел большой тарантул. Будто бы лучше сейчас назад не отбежать. Ну ладно, он в лифте, он не стал. Кто закрыл дверь? Да он сюда не заходит, брата, это сейф зона. Кто закрыл дверь, Гич? А, ну это какой-то... Дверь закрыл мудак. Ну я как есть говорю, это ж надо быть мразью такой. Диан,
ты дверь закрыла? Я ж видел. На току. Я? Почему, бля, если мразь, то обязательно я? Ну ты сначала от тока сдохла, потом Гичину дверь закрыла. У тебя все нормально? Нет, вот это вот первая Хорошо. Правда, второе уже преувеличение. А чё вы вперед идете? Потому что впереди ТВ-лизер. Ну, как вариант, Диан. А. Я взял батончик. Ой. Ну, пройди. Никто в окне. Так, я от него умер, блядь, в предыдущий раз. Сука, какая дура ебаная. Дади ты на... Кобзар, он даже не смотрит уже. Пойдем. Проблема в том, что у нас Диана 3-2-2 оформляет тотально. Знаешь, подходит, в окно мне показывает. Погибла? Показывает мне в окно на чела, от которого я сдох минуту назад. Говорит, ты видел, кто там? Я ее рот. Я ее сегодня прям ненавижу. Не, ну вдвоем уже тяжело будет. Да тут нереально вдвоем, ты че? Да тихо-тихо, он бежит. Не, ну он в комнате. Конечно, я тебе дверь закрыл, потому что ты дура, блядь. Ты дура, ты мне, блядь, хуйню морозишь, блядь. Ух ты. Шо ты, да, бамс. Я на тебя смотрю. Я взрываю допинг, блядь. Он тут стоит, тут. Понял. Во, видал, блядь. Я туда не пойду. Ты меня ты услышал? Муха, ебаная. Все, надо подождать, пока он налево пройдет и нырнуть. Да, да. Но я могу траймить, слышишь? С разных сторон бы пройти. Он ушел налево. Все, я везу телек. Давай, пока его нет. Я скажу, есть еще, и будем прятаться. Он, бля, с этой стороны придет. Я, бро, я вообще долго буду его вести. Да вести. Так, он идет, но не бежит. Бежит, брат. Все нормально, я в руме слева. Сейчас он уйдет, я чекну и... А прикинь, он телек сломает. Его нема, брат. Его тут нема, тут клир. Да? Все, ну да. Я пи***ю дальше. Вези, я скажу еще. Везу. Даню нахуй, я везу. Блять, мы просто возим везу, телевизор. В лифт. Я везу телевизор в лифт. Ты им управлять можешь еще? Да, где тут управление? Когда W жмешь, нельзя нажать направо. Мне его надо обязательно остановить. Так, ну бинго, первый есть. Это не так тяжело, как я думал, кстати. Но если бы нас еще 4 было человека. Все, заехал. О, как. Пойдем его откатим, слышишь? Next этаж. На спот. Давай. Давай его откатим, и потом пойдем на третий. Это просто пи***. Бля, в дуо 3 телевизора, еби меня нежно, дядя, this unreal. Не, я надеюсь, они как-то будут сейвиться. А ты разворот. Ну, а как ты думал, нахуй? Ты бы видел, как ты выглядишь просто с этой хуйней. А ну, возьми его. Оп, потолкал, еб, тут анимашка, слышишь? А вот, препятствие. Ты меня будто летишь этой хуйней. Ну, тащи, хули, ёпта. Погнал. Оп. Толкай. Вот немного дальше мне под стеночку подвезите, будьте добры. Преграда. Дальше. Это какой был? Си, вот так, разворот его. Все, встал. О, ебать. Да ну нахуй, пойдем. Кому мы показываем, чё? Блять, а прикинь, телеки там же, только на том же этаже, но в других комнатах просто. Блядь. Мнение. Да, я тоже думал, слева же не зря вот это хуйня. Потому что есть. Мы налево даже не ходили, да. Я себе руки в***ю, нахуй, это пи***ц. Вот это вот что это? Что это ж явно пасворд. Ну да. Будто что-то подобное было уже. Да ну нахуй. Тут все заперто, да? Закрыто. Хатина. Да. А! Назад! Он чего? Пока...
Сейф-зона же. Так, я готов развеять миф о том, что сейф-зона не существует, друзья. Не-не, там близко нельзя подходить, он рукой достает. А, ну это, вот это радует хуйня, что она воркает. Так, ребят, готовы? А вот про... Алло! Остальных. Поехали. Эта кобыла сегодня общаться будет, или она просто молча играет, нахуй, дура? А вы не слышите меня? Конечно, когда ты не разговариваешь. Алло! Я нажимаю кнопку, ты, блин, глух. Глух. Я глух? Понял? А я тебе сейчас просто банкой бы в глаз зарядил, сучка. Давайте, может, два налево, два направо? Давай с двух сторон. Да, давайте. Давай. Да. Пока. Никита, ты со мной? Да, я с тобой. Я не понимаю, почему вот здесь включен... Он же один, этот, нубчик? Да, он один. Будешь энергетик? Допинг. Это у меня монстр с пайнэппл. Бам, банку кинул, поднимешь. О, блин, я по... Разворачивается, к нам бежит, бро. Неприятно, давай, пойдем, неприятно. Вот тут он не будет кушать. Да я закрыл, пихуй. Бля, ну у них изи сейчас, слышишь? У них сейчас им вообще легко, пока он у нас. Да, я надеюсь, они притащат телек. Го, опять сходим. Давай, мы можем просто байтить его с этой стороны. Они пусть везут. Мы байтим. Он. Да, ты чё встал? Пойдем за байтим, опять убежим. У тебя есть стамина? Давай. О, все. Они же... Да, нет. Ну это 0%, что они привезут. Ну 0, ну я не верю. Телек говорит, смотри, скорее всего, тоже у вас. Посмотри, что пишет, мудак. Бля, пойдем к ним в пизду. Ну просто уебаны, но они нихуя не привезут, блядь. Это пиздец. Да, у вас монстры и телевизоры, ребят. Да, а мы просто гуляшки, типа, ну у нас так миленько. Так, он сюда идет, бро. Спрячься в комнате. Да, я в руме, у меня все заебумбус. У вас? А ну съебал. Бро! Паука! Два их! Их съели. Блять. Привял. А паука? Вот это неприятность, блять. Вот это добайтились, нахуй. Бля, ну я буду обыскивать каждую руму, слышишь? Давай. Телек! У меня телек! У тебя телек? Да! Делаем! Ждем так же, пока уходит, и везем. Да пей, ебаный. Но стопудово у них один должен с той стороны быть. Да, железно. Он там ушел? Все, выходи, выезжай. Я еду. Да, выезжай. Я еду, блядь. Бро, это... По хуйне, слышишь? Помчал. Тапку в пол, бро. Изи. Уперся во что-то, с***. Нормально, пихаем. Все, пошла установка телевидения, блядь. Бам. Бинго-банго. Да может... Да, пойдем поставим, чтобы он засейвился, потому что мы сейчас копытом кинем. Да, ну все, ластовый точно у них. Точно, железно. Ставлю. Меня очень тошнит, я рыгать. Я ее рот ебал. Ой, бля. Морская болезнь, бля. Какая нахуй морская, бля? Хули у нее потоп нахуй начался или что? Так, это на Б нам надо. Прием. А, или А, да, какой да, это? Да, да. Не, это А, брат. Да есть же. Никич, а вы видели телевизор или нет? Слева. Куда нам, блядь, идти, нахуй, охуеть? Я ничего там не видел. Понял, сейчас выходим там за дверью трупы. Просто прям сразу, типа, они даже не шли, блядь. Ну просто мудилы, ебать. Одна сидит, жрет весь стрим, другой с ней пошел сдох, блядь. Ну я ебал. Ну похуй, я буду идти допинг подрывать. А, ну здесь тоже комнаты. Что там, бугагачки? Эти туалеты, смотри! У меня! Боже, он сразу. Дядь, он сразу. Ой, сейчас, паук бежит. Он сразу, нахуй. Я, по-моему, он один. Мне кажется, это тот же паук.
Ты понимаешь, он во второй двери, сука, с начала коридора, Ушел, бро, ушел, выезжай. Иду. Задом, видел, как я сдал, на? Да, да, да. Я уже нихуя подкован в игрульке так-то, слышишь? Тут прям, тут они сделали... Вези сам, не очково, вези сам. Давай, давай. Как турели управляю. По хуйне осталось. Левее, бам. Правее, бам. Все, 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 доедь же, сюда, в лифтик. Паркуй. Я попробую дрифтом дам. Не-не, похуй, он сам паркуется. Все, боже. Ну это дуо, пятюню. Ты, давай. Давай, везло. Валера, левее, левее. Я не понял, а куда у меня парковать, не пойму. Нахуй вообще три телевизора в холле, зажравшийся, блядь, просто охуез. Ну, богатые мразоты. Чё? О, открылось, бро. Что? Мост. Ну вот открылось. Блядь. Нам типа в то окошко, чи шо? Чи, блядь, прыгать нам? Беги, прыгай! Лёш. Я не... Удачи. Я Лёха! Меня зовут Лёха! Четыре буквы, запомни. Лёха! Лёха! Меня зовут Лёха! Лёха! Я думал, мы разобьемся. Спасибо за 200. А меня съела эта хуйня, прикинь. А, тебя съела. Да, я не успел, я подумал, ну нахуй, не буду прыгать, и меня схавало просто. Чё, не будем ждать её? Да пошла она нахуй. А что, тупо бассейны или что? А такой бывал что? Уже, да, будто бы? Бассейны были, блядь, ну раз... Да, раз в каждой 20. Части, наверное, бэк... Бля, ну это красивые бэкрумсы, ты видишь, какие охуительные? Да, здесь и монстры прикольные, разные, не однотипные. Ну прикольно, а можешь меня возле вот этого фонтанчика фоточку мне бахнуть? А ну-ка, давайте, вдвоем вас, ребят! Чиз. Нормально вот получилось? Есть, есть. Нормально? А давай другую давай, позу, давай типа, типа у меня рама гигантская, давай еще раз. Давай. Залупа. Все под контролем. Пройдемте, ребят, на лодочку. О, ледочка! Нихуя! Это лодка, я надыбал. Сейчас на рыбалку поедем, братва. Садитесь. Прям как пизда моя, нихуя себе большая какая. Я не могу сесть. А кто сидит со мной, слышишь? Алло! 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 Я чё, один? Охуеть. Бро, тут микро лагает. А, понял. Да, у меня такой Лёха, звук. Извини, блядь, пожалуйста. Да. Лёха, тут больше микро лагает, понял? Ты там, понял. Твой звук там остался. А где? Спасибо давай. Большое, фильм. Спасибо. А чё нам... Ебать, вы лезете. Подожди. Ебать, вы видели эту хуйню. А нахуй? А нахуй нужна... Блядь, а нахуй нужна, блядь, лодка, что за хуйня? Тут открывать что-то, видишь, воду набирать надо. Бля, лодка just exist. А, надо набрать воды, чтобы лодку поднять, и она поплыла дальше. Пинял? Да. Да ню нахуй, тут будет спуск на лодочке, да есть же. Надо только понять, в каком порядке. Они, а вообще ничего не делается, да? Тут второй этаж. Так, ребят, пожалуйста, лодочку продвиньте. Сделайте так, чтобы водичка набралась в основном бассейне. Прием. Чё-то не работает. Угу.
Вверх подними. Не, пошлите вот. Мяу. Псих. Погнали на второй, или ты и так на втором этаже, да? Да, да, я спустился, там нихуя нет. Надо понять просто, в каком порядке эту врубать за лупу, ебать. Чё, б***ь, краны, сучьи. Я бы... Окей, фильм, спасибо. Она вообще не крутится. Какая? А, погоди, надо начать, наверное, с одной. Вот это не крутится, вот этот блок. Видишь, они по блокам будто разбиты. Но те три вместе. Эти по одному. Ну-ка сейчас. Вот этот открутился. Все, вы что-то неправильно сделали, он крутился назад. Ага. А где-то, может, ну, подсказка есть или что? Или как мы нахуй должны гадать, блядь? А может, просто толкнем? Ну, подожди, а может, мы просто пройдем? Какая нам лодка? Ты... Хорошего. Подожди, а в чем? А нахуй нам лодка в натуре? А ты не пройдешь там. Хоч. Да вообще... 4-1-5-3-1 говорят. Откуда они это взяли вообще? Откуда это мы должны были взять? А, это который по телевизорам ты типа смотрел, а ту хуй? Ну хотя навряд ли. Бля, да, были телики, но это вряд ли здесь. Это тут их 6 штук. Вы че ебать? Погоди, не крути все. Подожди, может мы с самого, с двух краев придем в центр все вместе? Что думаешь? Я обиделся. Специально давай. Неправильно. Спасибо называешь. Большое, фильм. Крути. Делаю. Крути. Так ты не с первого начал. Угу. Что-то походу открутили мы, блядь. Что-то, блядь, где-то не так. Это же должна быть подсказка, что делать. Будто бы да. Но её, блядь, нету. Бля, вообще не нет, как понять, охуеть. Подожди, не просто же так существует, блядь, второй этаж. Да, да, я тоже думаю, с него может что-то увидеть можно. Бля, ну здесь вот видно окна, вот напротив здания вот, стоит с да, дырками. Напротив. И чё, б***ь? Ну там ни хуя вообще не видно. Вообще ни хуя еще нет. Будто просто next lock и всё. Хахашки! Степан. 1488 или 5-6. А натуре, а залезьте все в лодку. Давай. Непонятно, зачем уже туда лезть. Пошли в лодку. Подожди, может просто поедем. Быстро все открыть? Сядьте. Сядьте в лодку. Да вы уже все открыли. Сядьте в лодку. Эй. Давай. Эй. Да. О! Блять! Ебать! Бля, ебать, загадка! Что за загадка? Блять! Как вы сделали? Просто открыли. Что вы сделали? Бля, это настолько... Я думал... Да просто открыли, блядь, дура! Слушай, что я тебе отвечаю! Что ответит? А что они сделали? Я ее рот ебал. Ну ладно. Всем пока. Мяу. Как она меня сегодня бесит, эта пи***. Час ждали за лупу, пришла, жует, не делает, не суть, я терпеть ее не могу, я просто ненавижу. А с кем я плыву, хули мы вдвоем, блядь? Че, опять бассейны, нахуй? Алло, Васок, нам походу выход, слышишь? Пускайтесь. Алло. Алло, я боком дали. Не хватало фонка немного. Да, конечно. Могли бы тоже дабстепчик. Блять, а куда? Вот куда вы лезете, блять? Что это за хуй? А мы разбиться хотели вообще. Слава богу, на. Что в голове у нее сейчас? Вот что у нее сейчас в голове? Что бабочки, наверное, или что она пи***ц, ну какой-то еб. Мув делает. Что там? Что там?
Просто больная на голову, на психопатка. Взяла, порулила, блядь. Врезалась, нахуй. Встала, молча и ходит, блядь. Она прошла игру, да ясен хуй. Идите к нам, там лестница у нас. Что тут делать? Пиздец, просто вниз, нахуй. Просто будто, в такую, будто в Дианину пизду, блядь. Как угадать? Блядь. Бля, ну голос... Давайте каждого спустим по одному. Не, подожди, прыгай. А вон лестница, погоди, еще лестница. Но я ебал туда подниматься, за что за хуйня, блядь? Тише едешь, дальше будешь. Блядь, что за нахуй это пи***ц? Да? Ку, знаю, что не в тему, пузатая, но это, бля, новая серия вышла. Пузатая по средам выходит, пиздобол ебаный. Мы поднимаем, вверх поднялись, Диан. Ты можешь нырнуть, в принципе, да. Попробуем, что там потестим. Может, отсюда видно, что... Вы меня слышите вообще? Да. Алло. Бля, падайте, давайте просто в три пи***ю упадем, слышишь? Давай, по одному, давай. Да, гоу. Смотри, я забиваю посередине, блядь, но я далёт. Умираю, скорее. Поехали, погнал. Давайте, я вот сюда. Блядь, одновременно его. Вы где? Я в темноте. У меня черный экран просто. У меня тоже. Кто-то ползет? Я ползу, да? А вы? Алло! Прием. Вы... Что у вас происходит? Вы ползете или нет? Что-то нормально? А что у вас? Вы ползете или что? Алло, блядь! Диан, залезь к нам. Сука, Диан. Алло, на! И сейчас... Диана, блядь, спустись к нам в дырку, нахуй! Я сейчас что-то ударю, блядь. У тебя вроде зависло, но, блядь, будто бы так не должно быть, окей? Ну, будто бы явно что-то происходит, потому что я даже не лезу, вот мои руки, блядь. Я и зубы сейчас убью, нахуй. Во, ебать, что за лодинг? Ух ты. Аля, Улю, додумалась. Там прикольно так. Я про этот левел видел в ТикТоке. Да ну не... Ты чё говорили, блядь? Да, там, короче, какие-то едешь горки, и тебя там съедают, либо пилят, и такая всякая хуйня, нужно угадать. Тут фонарики здесь лежат. Надо включить жо... А как мы знаем, блядь, где пилят? Круглые залупы надо включить. Ладно, пацаки, давайте как-то сами, блядь, в пи***ю. Да, тебя рот ебал, блядь. Я нет, в плане... пойду. Не-не-не, в плане без блядь, меня, типа. Нет! Ну а. Что ж, ну, блядь. Ну ты безмозглая блядь, тварь! Ну ты просто безмозглая тварь! Ну куда ты полез? Ну бро, ну блядь! Ну спустись! Ну сука, он, если... Он решил проверить, а что будет? А что за три дырки с бесконечными лестницами? Да даже не подумал. Ну не слышно меня, да? Никит, слышь! Слышно, слышно. Ну что, давай, переставай играть. Не могу. На удивление слышно, блядь. Пизда, бро, назад, нахуй. Из влагалища. Мы к тебе, папа, я любитель. Давайте, ребят, вас тоже примем. Видите, все-таки не такой плохой вариант. Бро, подожди, где Диана Рики, блядь? Ее съели, наверное. Мы ее сейчас скавают, и мы резимся. У вас есть что-то на экране? Нет, мы как в Мадагаскаре в ящиках. Окей, то есть мы сидим в ящиках до тех пор, пока у нас Мото или кто она, блядь, Мелман, нахуй. Пока она не придет. Диана! Идет. Диан! Тут монстр. Диан, залезь к нам. Иди, поднимись к нам. Ну, как бы не могу. Почему, Диан? Руки оторвало. Тут монстр, блядь, под вами стоит. Сдохни. Это он не про игру.
Ребят, как оно? Да заебись. Слушай, ну я потихоньку начинаю высматривать какие-то символы на экране, вот какие-то очертания. Я будто бы на самом деле. Я свое отражение вижу. Я, кстати, я тоже. Я будто бы зрячим становлюсь, знаешь? Я себе вот антуражку добавил. Я вижу. Свет выключил. Я наушники вижу свои, понял, еблище. Все, теперь вниз все вместе. Можем так сделать или нет? О! Диана! Пока монстр пройдет. Слышишь нас? Поняла, как это работает? Не. А? Диана, у тебя дела, может? Ну тебе пойти надо или что? Да, я хочу пойти, меня очень тошнит, если честно. Пошла нахуй отсюда. Просто шлюха, я ее ненавижу, блядь. Пойдем. Спасибо за подписку. Спасибо большое за саб. Все, вышла нахуй. Да. Где это ебать бугагашки, блядь? Боже, как хорошо стало, пи***ть, когда нет руины, ебать. Я не понял, вот она ходила сюда, что вот здесь? Что это за ебать подвал? Где она плавала, блядь? Надо было спросить у нее. И что бы она тебе ответила? А бугу-бугу, я не изнять, я ковыряться. Ой, блядь. Ща я ее с тайтла делитну нахуй. Час ждали, час в итоге поговорила, все откисло, блядь. Like always, нахуй. Это пи***ц. А где третий наш, Кент? Вон он там. Блядь, сука, блядь. Зеленый хуй, блядь. Нет, тут воду потом мы спустим и спустимся ниже, понял? Угу. Блядь. Вы что пишете, ебать? Она говорит, я пойду, вы что, ебать? Ну делаем, короче, байте мозг. Мне плюха, я пошла, она нихуя не делает, она пришла, она ничего не делает. Она пришла, воняет, блядь, мы ждали ее час, она пришла, нихуя не делает, говорит, ну да, я бы пошла. Я ты приходила, блядь, вообще, какого хуя вообще, что, блядь? Это просто пи***ц, я ждал этот стрим неделю, мы анонсили этот стрим неделю, блядь, Дота приходит на час, Леха, ты не прав, пиздали заебать, идите нахуй, вообще, вы че, вообще ебать? С ума посходили, бля. Вы здесь? Вообще тут? Говорит, ну да, я бы пошла. Пошла нахуй тогда, бля. Вы еще сумасшедшие? Ее когда не инвайтишь, всегда лоу хп. Что за хуй? На хуй ты вообще приходишь? Потому что ты нихуя не делаешь. Потому что ты ходишь, молчишь и ничего не делаешь, бля. Потому что ты ходишь и ничего не делаешь? Да, я бы пошла, потому что я слышу, что ты, ну, что ты никакая. Потому что с тобой разговариваешь, ты нихуя не отвечаешь, блядь. Потому что мы ждали тебя час, ты приходишь вонючим голосом, сейчас со мной разговариваешь, блядь. Просто пи***ц, да иди нахуй, блядь. Леха, спасибо. Как же легко. Блядь, просто иди нахуй, как ты выбесила меня сегодня, это просто пи***ц, это просто пизда. Это просто еб***ь, нахуй. Я думал, тебя залагало, Лёх. Это меня съела ебаная тварь, блядь. Какие еще левела ублюдские, нахуй, в придачу. Просто, блядь. Всё, нам надо налево, там вентили были. Я вообще не знаю, Диана, каким образом ты себя сейчас можешь оправдать после всего, что было. Ну, я не знаю, в ком ты будешь искать оправдание, блядь. Кто тебя засаппортит в этой ситуации? Но ты фул, блядь, делаешь. Ну, типа, тебя ждут все, ты приходишь, час играешь нормально, и потом начинаешь делать хуй полную. Просто полную хуй. Просто ты спустя час прекращаешь играть, тебе абсолютно похуй на то, что происходит, тебе вообще похуй на все. Да ну нахуй, пиздец. Конечно, я у тебя спрошу, не хочешь ли ты пойти? Конечно, я у тебя спрошу, нахуй ты выебываешься тогда. Просто пи***ц. Мне надо, чтобы ты приходила, просто чтобы, типа, я не тильтовал, типа, зачем ты приходишь тогда, если тебе похуй? Зачем ты приходишь? Просто скажи, я не хочу играть с тобой. Все, блядь, я не буду звать. Я просто ищу, говорит, что делать нужно. Да, точно. Открой, блядь, реплей, посмотри, как ты играла первый час игры и как ты начала играть потом. Это просто пи***ц. Денчика, блядь, съели уже. Закрыла рот, ушла куда-то хавать, пошла, да, что-то делать, блядь.
вернулась через час, молчишь, блядь, ходишь, это просто пи***ть. Ну это просто ужас, блядь. Тварь тут, нахуй, плавает. А это будто уже другой, блядь. Мы вылезем отсюда? Я два открыл, пацаны, я два открыл. Хорош. Да-да-да-да-да, ты два открыл. Бля, да? Диан. Во. Во. Тошнит, лоу хп, плохо. Сидишь на стриме, хаваешь, блядь. Диана, блядь, ну, вот это 333 отмазки, боже, как мне плохо, меня тошнит. Правда, если бы это не было каждый раз, я готов понять. Ну, ты что, я ж не извлеки, блядь, плохо, пожалуйста, дырочка. Базару мало. Дырочку лезет? Да, Олесь, не злись. Да, блядь, она, ну, просто выбесила, блядь, меня. Ну, ладно, тут есть еще один выход в лабиринте. Я вообще не понимаю, что за левел. В натуре, блядь, хуй еще добавляли, да, это пиздец. Ну нормально дрочимся, блядь. У нее 30 дней в месяц и месячные будто бы, ну да. А ты лишь... Я обидно попиздеть. Да пойдем я, там, я попиздеть обидное. Я тебя всю жизнь рейчу, всю жизнь, блядь, ты ебаная. Когда весь чат тебя хуй за то, что у тебя нет час, я не хуй слушаю тебя, я просто в шутку говорю. Я тебя рейчу, пи***ц, но ты, блядь, каждый раз, блядь, ты приходишь, и тебе фул похуй. Каждый раз ты приходишь на стрим, и тебе фул похуй. Тебе фул похуй. Каждый раз, когда ты приходишь, тебе фул поебать. Ты час тебе интересно, ты что-то делаешь, все, тебе поебать. Тебе поебать. И я просто задаю вопрос, если тебе похуй, зачем ты соглашаешься приходить? Просто скажи, я не хочу. Лёхич, вы до конца игр будете. Просто так. Просто скажи, меня в этой игре будет тошнить. Меня сегодня будет тошнить. Все. В чем проблема? Я говорила, что ты говорила? На ты согласилась приходить сегодня, если тебе плохо? Если тебе через час плохо, если ты знаешь, что ты не будешь играть, зачем? Зачем ты приходишь тогда? Я просто не понимаю, нахуй. Так, если ты знаешь, что тебе будет плохо, я задаю вопрос, блядь, что ясно, нахуй. Пиздец, блядь, это просто ужасно. Это просто пиздец. О чем, блядь, с тобой разговаривать? Какой смысл? У тебя 303 отмазки вечно. У тебя отмазка на все. У тебя отмазка на все, что угодно. Ты просто вечно, ты находишься в вечное оправдание, и все. Какой смысл? Ты никогда не признаешь, что ты не права. Ты никогда не признаешь, что тебе похуй, и ты пришла на отъебись себя вела, и все. Ты никогда это не признаешь. Ты просто приходишь на похуй, потом находишь себе отмазку. Ну вот, меня тошнило, вот здесь я была лоу хп, я до этого где-то была... Ребят, было такое уже. Пройди, да ну, так сказать. Лех, не расстраивайся. Просто снюса решила поесть, и, конечно, ее тянет блевать. Потому что передоз ловит. ММА после передозы на хавчик пробивает. И по кругу. Та все, Лех, не надо никого лишний раз никого обижать. Просто Диана не тот человек, с кем можно поиграть. Бля, у вас ирл интересный. Правда. Если я кого-то обидел, сори, я не знаю, у меня... Я когда злой, я могу пиздать. Возможно, я сказал какую-то гадость, потому что я не слежу за базаром, когда я говорю, нахуй. Но... Легче. Да. Лучше после стрима поговорите. Ой, блядь. Что я вообще в чате не знаю, нахуй, это пиздец. Играйте сейчас кайфом, сейчас с огромным кайфом вообще поиграем, просто хуй.
Ты будешь сейчас разговаривать? Спасибо, я офну стрим, мы сейчас поговорим. Тебе плохо или нет? Я офну стрим, мы сейчас пойдем разговаривать. Не, я не буду, у меня нет настроения стримить, нахуй, что мне стримить? У меня нет настроения абсолютно. Просто мы решим с тобой что-то, или мы просто типа покидаемся говном и все, или ты пойдешь, или у тебя дела, или что. Тогда го говорить. Все, спасибо, ребят, всем, кто был. Сори, это просто пи***. Всех обнял, давайте.